В Махачкале проходит командно-штабное учение с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Дагестана. В ходе учения будут отрабатываться вопросы ликвидации ЧС, которые связаны с ликвидацией последствий прохождения комплекса опасных погодных явлений и нарушений в работе объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Целями данных учений являются совершенствование практических навыков руководящего состава, проверка готовности системы управления, связи и оповещения, совершенствование способов защиты людей, оказавшихся в сложной ситуации, организация взаимодействия с органами управления и силами различных структуры и организации. Учения проходят в два этапа. На первом поданы сигналы об угрозе возникновения ситуации и проведения подготовительных мероприятий. Строевой смотр личного состава, оповещение и организация работы комиссии по предупреждению ликвидации ЧС, а также обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также организации региона. На следующем этапе будет проводиться практическая часть, по результатам которой будет ликвидирована чрезвычайная ситуация и проведен анализ данных учений. Отметим, что учение проходит под руководством Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.